Ветер дует, видео экспортируется. Я жду, ну и вы ждете, пока оно тоже заэкспортируется. Но я тоже жду, пока оно заэкспортируется. Ну, у вас есть два вопроса. Во-первых, как я снимаю этот телефон? Это телефон мамы, а снимаю я на мой. Вот если что, я на мамином, вот все это монтажирую и снимаю видосы в записи экрана. И второй вопрос. Блин, забыл какой. А, почему я не могу тупо выйти из экспортирования? А все пропадет тупо. Поэтому я долго жду. Очень долго. Ну, буду ютубчик посмотреть, короче. Для развлекаловки. И, кстати, этот видос с открытием Бравл Пасса 40 минут длится. Но он крутой, вы не пожалеете. Еще монтажик ему крутой сделал. И монтажера в Кайнмастере, если что. Ладно, с вами был Платон, пока, можно.